Всем привет, это Андрей Малахов, и сегодня в этой студии... Ну, как обычно, мы смотрим половину дизлайков. Лайков чуть больше, но дизлайков тоже дохера. Шаман мёд. Мёд. Ладно. Обсудим самое громкое событие сезона. Всенародно любимый артист Шаман готовится сыграть свадьбу на глазах у всей страны. Не пропустите. Понятненько. То есть они еще издеваются над аудиторией Шамана, да? А, смотри, сейчас теперь все женщины плакать будут. Бля, смотрите, у нее типа тут портреты везде его. Ой, боже мой. Ой, мамочка. Я не могу позабыть твои ебачу с прической. Руки, они ласкали до боли и муки, моя душа. Блин, что такое? А где там? Я русский, ты что, блядь? В Николая Баскова, что ли, решил превратиться? Шагала по лезвию ножа. Я не могу позабыть. Чё за хуйня? Имя. Это вообще не в твоем формате, братан. И накрывает меня лавиной твоя. Я схожу с ума. А, сейчас что, окажется, что это, вот типа, женщина, это Россия, нет? Порхаешь, женился на России. Словно бабочка, и жалишь, как пчела. А меня ты в свои сети забрала. Сегодня ваш корабль под названием «Любовь» заходит в бухту под названием «Семейная жизнь». Желаю светлого и доброго пути вашей паре. Привет, Хесус. Следующее. Твои губы как мед, и тает на сердце лед. Твоя красота убьет, кто любит. Кстати, но он увидел новость, что все эти женщины, которые пришли туда сниматься в клипе, они это делали бесплатно. Что теперь Шаман сэкономил на этом клипе 1 000 000 рублей. Ибо ни копейки не заплатили тем, кто пришел. А пришли они туда, ну типа, ну, потому что, видимо, Шаман, ё-моё. Вот. Твои движения в платье белом. Я вообще, о чем пропагандирует? Традиционные ценности, что ты со всеми женщинами, типа? Ой, понятно, ну типа, ну да. Ну как это такое возможно? Должна быть одна единственная, а не вот это вот все полный зал тут набрал. Я не отпущу, иди сюда. Проходит медленно ток по коже. И этот яростный крик, о боже, зову тебя, моя сумасшедшая звезда. Порхаешь словно бабочка, и жалишь как пчела. А меня ты в свои сети забрала. Понятно. Твои губы как мед. И бля, ну хуйня скучная. Даже придраться не к чему. Я рок, бля. Пахаешь, словно бабочка. Короче, все, я понял тебя. Одно и то же всю песню. Ну чисто Стас Михайлов. Новая версия. Николай Басков и так далее. И тебя, и своих близких. Да достал уже этот Шаман! Он женатый человек! Что он тут устроил? Так, это мы вырежем. Стоп. Бля, не, ну... О, выиграл грин-карту, представляете? Я не знаю, что этот сказать, ребят. Этот трек уже успел перепеть австрийский художник. А, да? А, спасибо за 50 гривен.
Вот, хуйня какая-то банальная про любовь и так далее, чисто для женщин, которым уже за 40, им зайдет. Да. Слава богу, что опять не начал свою пропагандистскую хуйню втирать, но поздно уже, как бы зашкварился, поэтому... Да.